Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Брэн, и мы продолжаем наше приключение в Техасе. И в прошлой серии я остановился на том, как мы ходили в шахту и нашли алмазы. Да, алмазы, знаете, алмазы мы, конечно же, сделали наш первый столик зачарований, но чтобы зачаровывать предметы, нам, конечно же, еще понадобится книжные полки, а чтобы сделать книжные полки, нам уже понадобится кожа. И поэтому в этой серии мы пойдем искать кожу, так как у нас ее вообще, по-моему, нету. Давайте посмотрим в сундук. И у нас ее действительно нету, но у нас зато есть пшеница, которая поможет поймать коров. И уже с помощью которых мы будем добывать кожу в больших количествах. И как вы видите, вот, я даже не знаю, как это объяснить. Вы видите вот это. И я думаю, что это вам нравится, потому что это сделал вне съемок, но я заснял это, чтобы вы не подумали, что я там читер, с красивым сделал. Так что сейчас на экране появится видео, на которое вы можете кликнуть, если у вас включены аннотации, и перейти на страницу этого видео, и посмотреть там, как я это все в ускоренном режиме под музыку делал. И вы убедитесь, что я не читер. Кстати, меня тут кто-то убил тогда, голем что ли? О, не голем, а огр. Тут я тогда еще факела не расставил. Вот так у нас получается. То есть тут будет склад еще, тут сундучки стоят. Только нам нужно дерево, которого у нас очень много. Так что давайте делаем верстак. И тут где-нибудь подумаем, где поставить. Например, где можно поставить. Вот тут я, правда, еще не доделала. Тут вот этот песчаник, он очень сложно делается. Нужно его сюда поставить и туда. И мне не хватает еще песка для него. Так. Куда поставить верстак? Вот даже не знаю, Верстак куда поставить, не знаю. Ну ладно, пусть пока что здесь стоит. Ничего страшного не... Итак, делаем сундуки. Давайте сделаем два двойных, да, сундука. И для этого нам понадобится много-много досок. Ну, их у меня очень много, потому что я в прошлой серии их рубил. Вернее, не в прошлой серии, а в перемотке. Так что можете, опять же, посмотреть. И... убедиться. Вот, теперь у нас тут два сундука таких красивых. Надо, конечно, еще создать сундуки из другого мода, которые у меня стоят вон там, в главном коридоре. Потому что они покрасивее и вместительнее. Ну, пока что пусть эти стоят. Теперь у меня, наконец-таки, есть место. Еще потом в другие места поставлю сундуки. И для каждого сундука сделаю свой отдел. Ну, а сейчас, чтобы нам зачаровать как какие-нибудь предметы, нам, конечно же, понадобятся книжки. А чтобы книжки сделать, нам понадобится кожа. Итак, ну, нам, конечно же, понадобится корова, и чтобы их найти, нужно постараться. Ну что ж, поделать. Так, у меня что-то то ли подлагивает, то ли не знаю, что это такое. То ли мне кажется. И, кстати, у меня вырос практически даже весь тростник. Пойдемте его срубим. Он уже даже до третьей высоты вырос, и поэтому это очень круто. Давайте его соберем. Потому что тростник нам тоже очень понадобится, чтобы сделать патроны для нашего ружья. Только у меня уже и ружье-то скоро сломается. И да, я некоторым говорил, что 11-я серия будет особенной. Так вот, это неправда. Особенная серия будет 12-я, потому что... ну, не могу пока что сказать именно почему. А в 12-й серии вы все узнаете, когда увидите особенность саму этой 12-й серии. Так что вот так. А в этой серии мы всего лишь будем, наверное, искать коров. Так, ну и положим сюда, не знаю, много всего. Кстати, у меня еще сапожки есть, давайте их тоже наденем. Так. Потом каменный меч, палки, ножницы. Это понадобится. Это. Ну и все. Идемте, наверное, на нашей лошади. О, у нас же коровки. Ну, выросли уже. Много. А, кто меня бьет? Пошел вон. О, у него было мало хп, как странно. Ну ладно. Давайте расплодим наших коровок. На всех четырех хватило. И нам нужно расширить наш закон, который пока что пробный, потому что это пробный закон, потом мы сделаем нормальный закон. И давайте убьем коровок. Так, как мне к ним попасть? Ну так, попаду. Так, ты мне дашь кожу, а ты мне дашь кожу, и ты мне дашь кожу. Ой, я теленка случайно ударил. Мне дали всего лишь две кожи, да? Как я понял, вот эту еще корову. Ой, блин, да я теленку сейчас убью. Так, и в итоге у меня все равно две кожи. Это меня печалит, очень печалит, но что
Ну что ж, поделаешь. Мы сейчас пойдем, даже не будем приводить сейчас коровок, просто их будем искать и убивать. Так, давайте обратно поставим забор. Эй, что не ставится-то? Вот, все. Идемте за нашу стенку. Стенку защиты, так сказать. И давайте съедим еще стейк, чтобы пополнить единицы голода, вернее, сытости. И да, тут я светил, как всегда, все с факелами. О, я вижу уже первую корову, так что идемте ее убивать. Нам повезло, и повезет еще больше, если с нее выпадет кожа. И она выпала, да. Привет, Феникс. Пшеница у меня, как всегда, кончилась. Так что извини. Ой, кажется, еще одну корову видел. Да, еще одна корова. Нам повезло. Так, стоп. Как точно? А, вспомнил. Нам нужно где-то... Где-то 8 или 9 кож, по идее. Точно не помню. Давайте это как раз таки сейчас выясним. Откроем букву Е и найдем книгу, книжную полку, вернее, в сбоку в моде, который называется Not Enough Items. Так, ищем. Не здесь, а не здесь. Вот. Так, ну, дерево у нас дофигище. Да, нам понадобится... О, да нам много кожи, в принципе, понадобится. Не 8, там в 3 раза, по-моему, больше. Ну ладно, что ж теперь поделаешь, даже в 9 в 3 раза больше. Ну ладно. Будем искать коровок. Потому что они нам очень нужны. И не только чтобы дело там стало зачарование, еще для другого. Конечно, не идеальный вариант. Время суток, чтобы искать коровок. Ну ладно, будем все равно их искать, я тут в. Перемотки вырубил много деревьев и посадил ростки обратно, чтобы они потом росли. И чтобы я потом эти деревья опять же срубал, потому что если я буду срубать эти деревья, они будут как-то смотреться некрасиво. Ой, оборотень, не хочу. Не хочу. Ой. Так, ну, я думаю, что сейчас мы коровок не найдем, хоть нам уже попало где-то 2 или 3. Отсюда давайте посмотрим, вижу только скорпионов, на которых, кстати, тоже можно кататься, если приручить. Ночная прогулка, блин, серия будет называться, наверное. Ну что ж, поделаешь, ищем коров. И пауки нам вообще не нужны, не нужны. Блин, а может быть есть какой-нибудь мод, с которого падает кожа из Mock Ragers, например. Вернее, не мод, а моб. Из Mock Ragers, с которого тоже падает кожа, и которого легче найти. Так, там же оборотень. Так, стоп. Ах, ух, вейпоинт есть, не удалился. Это что у нас? А, нет, это болото. Я уж подумала, это у нас джунгли. А мне факела с собой. С собой факела. Так, так, так. Ломаем эту землю. И я вижу пустыню. Ой, пустыню. Техас, какую пустыню? Как я мог так подумать? Ну ладно. Давайте переплывем через этот маленький, даже перепрыгнем ручей и... Пойдем дальше искать. О, лошадь. Только это плохая лошадь. Я даже не хочу с ней... Ой, же зыбучие пески. Это зыбучие пески. Кстати, их можно собирать. И, допустим, поставим около дома. И там огр будет попадаться. Только они долго рушатся. Нужно было лопату все-таки оставить. Так, сзади никого там меня нет. Блин, я так не посмотрю. Так. Вот, смотрите, как... Вот если мы, например, вот так пойдем. Ой, я в них упал! Я в них упал! Нет, нет, нет! Быстрее ломаем, 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 ломаем! Ломаем блок! Ой, 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 я не могу из них выбраться, слушайте! А, боже мой! Что я наделал? Хотела вам показать. Так, быстрее рушится, а то я сейчас умру. Фух! Ой, еле выжили. Слушайте, о боже, это был адреналин просто, ну ладно. Это было жесть. Ой, я, кажется, вижу коробку. А, нет, это скелет. Это все скелет. Он маскируется под коробку, потому что он очень похож на коробку. Так, у нас ночь, и тут джунгли, да, у нас, я так понимаю. Может, мы можем найти данж, в котором мы как раз-таки можем найти кожу, в котором мы как раз-таки сможем найти золото, железо, возможно, алмазы и изумруды. Но тут у нас пока что нет коробки. Да и данжей. Ну, отсюда я прям таки не вижу. Блин, думаю, не стоит было искать так поздно этих коровок, а меня бьют. И поэтому, ну ладно, все равно идемте дальше. Может, все-таки найдем. Что ж, раз уж пошли, то идемте искать. Так. Так. Тут у нас. Ой, это волки. Кстати, уже рассвет, это хорошо.
Так что коровки сейчас будут почаще нам попадаться. Тыковка, тыковка, тыковка. Возьмем тыковку. Идем дальше. Так, мы уже очень далеко от дома отошли. Ну, что ж теперь... Блин, я же забыла, я же хотела на Феликсе. Оу. На Фениксе, вернее, да. Хотела на нем ездить, потому что на нем легче. А я совсем забыл. Ой, Феникс. Приручил его, а на нем так часто не катаюсь. Ну ничего, в следующей серии мы будем часто кататься на нем. Давайте, давайте, давайте тогда так. Пока что вручную искать. Коровок, коровок. Я не знаю, может я сейчас просто прерву. О, каньон. Большой каньон. Очень большой каньон, меня чуть туда не столкнули, блин. Ну ладно. Я думаю, может пропустить время, то время, когда я буду искать коровок. Кстати, это новый биом из мода XL Biomes. Ну, как-то так. Так. Что мы имеем? Мы имеем какую-то равнину, на которой, кстати, нам может попасться много коровок. Но пока что я даже ни одной не вижу. Так, ну, возможно, стоит поискать полегче. Ой, не полегче, а повнимательнее и пройтись побольше по этой поляне. И, возможно, мы найдем много-много коровок. Как? По идее, они на полянах больше всего спавнятся. Ну, они мне, по крайней мере, попадаются больше всего. Так. Так. Ничего я пока что не вижу. Только лису. А с лисы что падает? Может, с нее тоже падает? И она нападает вообще? Ой, это злая лиса, она нападает. С нее падает какая-то другая кожа, лисиная кожа. Ну, наверное, это так называется. Ну, скорее всего, так. Так, что тут еще? Тут зимний биом. Не люблю зимние биомы. Тут снег всегда. И это настораживает. Так. И тут у нас какие-то деревья. Деревья из мода XL Biomes. Так, ну и дальше опять идет зима. Ну, кажется, все-таки мы не найдем нормальное количество кожи. Вот не знаю. Может, все-таки перемотать. Даже не знаю. Смотрите, я вижу медведя. Может, нет, с медведей навряд ли шкура падает. Нет, шкура-то может и падает, но навряд ли... О, медведь... Навряд ли... Которая падает с коров. Ну, давайте, может, попробуем. Ну, вот так. Ой-ой-ой-ой. Ну, он, в принципе, у него мало хп. И с него сейчас ничего на данный момент не выпало. Это маленькая панда. Ну, похоже, по крайней мере, на панду было. Кунг-фу панда. Ну ладно, я пропускаю момент, когда буду идти до дома, и, возможно, найду еще коровок. И да, сейчас... Представляете, что? Я шел опять же через ту же самую поляну и встретил стадо коров. Тут 4 коровки, даже 5 коровок. Ну, вообще, нам повезло, если честно. Я, правда, ничего, никакой геймод не использовал. Я просто шел через эту поляну и встретил этих коровок. Кто меня сзади бьет? Это кто меня бьет сзади? Это кто? Это крокодил? А! Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, что делать? Он же может меня сейчас легко убить. На тебе, на тебе, на тебе. Это вообще крокодил или что это такое? Ну, больше, хотя крокодилы, по-моему, немного другие. Да, это крокодил, ну... О, блин, я же сейчас умру, нужно быстренько еду есть. Так, у нас только сырая говядина. Ну ладно, пофиг, идем, быстренько, 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 пока. Там еще одна, по-моему, по идее. Фак, ё-моё. Ё-моё, быстрее убиваем коров. Так, пока меня никто не убил больше. Если меня сейчас отравят, то я умру. Да, то я умру. Ну, надеюсь, этого не произойдет. И у нас уже, блин, еще ни одной коровы не выпала кожа, представляете? Вы представляете, вы вообще... Представляете, как такое может быть? Ой, ладно, 4 кожи уже хотя бы есть. Ну-ка, уже может 5? Нет, не 5, нифига не 5. Ну что ж, давайте тогда еще эту убьем. И, по-моему, это последняя корова. 5 у нас уже теперь кожи. Это что, стрекозки? Да, стрекозки. Блин, я не вижу больше коров, это очень плохо, это меня печалит. Очень печалит это меня. Там дедпоинты. А, это туда как раз не надо идти. Я уже забыл, куда я шел, а то в каком направлении. Да. И тут у нас страусы. Страусы, с них выпадают яйца, по-моему, которые можно... Положить около факелов, и там вылупится маленький страусёнок, которого можно... Вернее, он сам приручится, когда вылупится, если мы его около факелов положим. И всё. Ну, мы пока что этого не будем делать, потому что нам хватает нашего феникса.
Так, это что? Это панда. Мне показалось корова. Хотя какая такая маленькая корова? Так, ну... Больше коров, по-моему, я не вижу, кроме... Нет, там даже не корова. Там еще тростник был. Окей, ладно. Идемте на наш дедпоинт. И может там еще вейпоинт? Да, там вейпоинт. Хорошо, что на этот раз хотя бы они не сбросились, а то они иногда сбрасываются у меня почему-то. Так, что за лаги? Странно, странно, странно. Ну ладно. Идемте через поле, вот так через лес. И нам еще сколько метров? Это ж капец. Это ж капец, сколько метров нужно идти. Это очень много метров идти. Ну ладно, я приру, кто меня бьет? Кто меня? Это что за рыба? Ищи какая-то. Ну что, офигела, что ли? Ха, вообще оборзела. Ну ладно. Кстати, на китах можно кататься, это у нас... А, на дельфинах, да. Только как, правой кнопкой мыши, да? Давайте попробуем. Ой, за мной, по-моему, какая-то красная рыбка, похожа на Немо. Ой, какой Немо? Ну, там была такая похожая рыба. Да, действительно, смотрите. А, пф, мне показалось. Мне показалось, что я сейчас съел. Так, окей. Может, все-таки можно. Ну, дельфин! 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 Иди сюда! Да! Я сейчас сел на него! Я сейчас сел! Все, только он меня сталкивает почему-то. Ну ладно, в общем, сейчас я доберусь до дома, и мы сейчас вернем. Итак, я уже практически дошел до нашего дома, ну, судя по вейпоинту, это видно. Так, а что за лаги? Они меня, если честно, уже раздражают. Ну ладно. Идемте размножим опять наших коров, если они выросли. Там, по-моему, оставалось 2 теленка. И что это за лаги? Хм. Мне это не нравится. Ну ладно. Идемте дальше. И, возможно, скорее всего, таких лагов больше не будет, потому что это редко. О, коровка, коровка. Кожа. Уже кожа. Ее, наверное, вон та рысь убила. Ну, я не знаю, рысь это или кто. Большая кошка переводится бикет, но. Не знаю. Странное название. Окей. Давайте. О, еще кожа. Еще кожа. У нас уже 10 кож. Еще одна корова. Круто, 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 круто. Мы могли бы их сейчас в загон, конечно, привести. Так было бы логичнее. Но, в принципе, быстрее бы мы построим, наверное, уже. Итак, нижний пол найдем. Ну ладно, идемте домой. Кстати, это что за баг? Он до сих пор остался. Вы посмотрите. Он еще с третьей серии, по-моему. Это что с горой? Что с горой? Ладно. Так, может в болоте еще коровки есть? В болоте коровок нет, да? Утки тут только. Ну, ок. Раз тут нет коровок, значит, идемте обратно домой. И сейчас мы сделаем книжки. И, конечно, нам на все... Так, что за лаги? Короче, сейчас... Так, кажется, я решил эту проблему. Или нет? Окей. Ладно, у меня какая-то проблема. У меня уже комп очень древний. Но я уже даже... Не знаю, я хочу снимать, но и не хочу в то же время, потому что из-за моего компьютера у меня аж настроение испортилось, что у меня сейчас лаги, еще коровка, это нам повезло. И, но вы просите видео, поэтому я не могу не снимать, так что не знаю, вот, может, я еще не буду снимать, пока компьютер новый не куплю. Но вообще, скоро у меня будет другой компьютер, так что скоро, возможно, мы поиграем с шейдерами, да. И все равно видео будет продолжаться. Давайте съедим эту сырую говядину, сырая, но все же. И хотя бы сделаем так, чтобы мы могли быстро бегать, да? Так, давайте полностью, ладно, уже сидим. И у нас есть 13 кожи. Сейчас мы посмотрим, сколько мы сможем сделать книжек для книжных полок. И для чего там, что еще там понадобится, мне просто я забыл. По-моему, бумага, по идее. Сейчас, да, бумага, бумага. Бумага у нас тут, да? Бумаги у нас мало, но сейчас будет много, потому что у нас много тростника, и то тут не весь. Тут теперь у нас 17, и теперь и вовсе 20. И можно еще даже одну сделать. Делаем так, так. 23 у нас теперь. И кладем вот так это дело. И так. Книжки получаем. Потом еще так это дело. Так это дело. И. О, нам даже бумаги не хватило. Ну давайте тогда сделаем побольше ее. Все равно тростника у нас просто очень много. Так, давайте сделаем так. И все. Теперь нам точно хватит. И так. Все, у нас кожа кончилась. Получилось 13 книжки. Теперь мы делаем книжные полки.
Интересно, сколько их получится у нас. Так, уже три. И в итоге у нас получилось 4 всего лишь книжной полки. Ну, ничего страшного. Так, как мы ее будем степить? Да ведь подумаем. Ну, в принципе, я уже тут все подобрал, все размеры. Так что вот так у нас, по идее, да, должно получаться. Потом мы еще тут сделаем, потом так и там. Окей, и тут, как я уже говорил, стоит мод Enchant Plus, так что мы легко сможем зачаровать, например, золотой меч на что хотим. Например, на 125. Ну, для этого понадобится, конечно же, 25 уровень, так что мы ничего не сможем сделать. И поэтому мы сейчас продолжим, наверное, искать кожу, потому что эту серию я уделю, наверное, исканию коров, так сказать. Ну ладно. Что у нас там? Они еще не выросли? Нет, не выросли. Ну, коров мы сейчас не найдем. А вдруг, может, и найдем. Ну, давайте, думаю, сейчас можно поездить на нашем Фениксе и понабраться опыта, чтобы потом потратить его на зачарование. Так, и давайте возьмем наше лассо. Ну, только седло не у нас, так что мы сейчас его возьмем. Быстренько идем домой. И да, я сейчас не могу так хорошо вести речь, потому что я болею. Вы, наверное, заметили по голосу. Так, седло. Седло здесь? Седло... Не здесь. А где тогда седло? Седло, не понял. Может, я его положил куда-нибудь из этих сундуков? Не, сюда я точно ничего не ложила, это помню. Не понял тогда, где седло. Седло... Это меня пугает. Это меня очень пугает. Я его действительно не вижу. О, у нас еще одна книжная полка даже есть. Найти бы нам деревню, мы бы могли там посыпать еще книжные полки. Но дело не в этом. Где наше седло? Вы видите седло? Помогите Максиму найти седло. Окей. Где мое седло? Странно. Куда оно пропало? Может, оно уже на лошади? Он умер. Да, оно... Мне показалось, или где-то тут рядом крипер. А, нет, это зомби-хук. Блин, они все равно, по-моему, оттуда падают. Блин, золотой меч потратил. И железный сейчас потрачу. Но у нас есть еще ружье, которое мы опять же не взяли. Ну что ж, мы такие растяпы, да. Ну идемте. Неряхи, в общем-то. Идемте и возьмем наше ружье. А, где оно? Вот оно. И патроны для него, которых у нас... А, нет, еще есть 36 патрона. Но этого нам пока что хватит, поэтому идемте кататься на нашем Фениксе. Настоящий ковбой. Так, Феникс, остановись. Пошел вон! Фак, не понял. Почему у меня пишет, что у меня нет... Вернее, не пишет, а... Мне показывает, что у меня нет патронов. Стоп. Что за фигня? Смотрите. Мне щелкает, у меня... Как так? Вот же патроны. И... Боже мой! Это надо было так лохануться! Это же костная мука! О боже! О боже, как можно было так не заметить это, но не судите строго. Она действительно текстурка очень похожа. В итоге у нас патронов вообще нету. Но мы их сейчас сделаем. Только из чего? У нас пороха-то тоже, по-моему, нету. Пороха у нас что, нету действительно? Нам нужно побивать призраков. Да, нам нужно побивать призраков. Что мы сейчас и будем делать? Ружьё кладём обратно. И какой меч сделаем? Золотой тоже сделаем. И еще сделаем железный меч, потому что железным мы в основе будем пользоваться, а золотым против оборотней. Как вы знаете, в моде Mock Rangers их очень много. Так, делаем золотой меч. И... А, вот еще. И делаем... Ой, вернее, железный меч, теперь золотой. Идемте месить всех. Надеюсь, нас не замесят, так сказать. И там зомби у нас в золотой броне. Ну, можно попробовать его убить, но, блин, тут очень много злых мобов. Ну, очень много, просто очень много. Давайте поубиваем скелетов. Ой, тут огр, не хочу с ним иметь дело. Вы уже сами знаете, почему я не хочу иметь с ним дело. Ах ты, тупой оборотень. У меня есть золотые мечи, так что ты мне не страшен. Вот так. О, с него выпало там золотое яблочко и топорик, да? Ой, у меня мало хп. Идемте пока что отойдем немного. Ну, вот эту волчицу убьем, такую злую. Фу такой быть злой волчицей.
Ой, опыт не взяли. Ну ладно, бежим, пока эти скелеты не перебрались к нам, да, и не разрушили нам тут все. Так, давайте. Что возьмем, что возьмем? Итак, это золотое яблоко. Ну, обычное, как всегда. Да, давайте его на всякий случай в инвентарь сам положим в основной. И топор каменный. Ну, окей, неплохая добыча, неплохая. Но все равно маленькая. Так, нам нужно покушать. Покушать. Быстренько едим сырую говядину. Надо было ее, конечно, пожарить. Ну что ж, я забыл. Я забыл. Фух. Меня чуть не убили. Да, это было немного страшно. Но ладно. Откуда они там прыгают? Они все-таки там прыгают. Ну вообще, просто везде. Любые щели они найдут. Ну так, как так можно? Я не понимаю. Сколько у меня, кстати, таких каменных кирпичей? Мне-то нужно еще вторую-то стенку сделать. То я расслабился. Давайте положим их сюда. В экстра печку. Так, может у нас еще... О, у нас много булыжника. Я уже его накопал вот тут. Когда это... Ну, когда вот эту комнату делал. Так что кладем везде. Только еще уголь нужен. Уголь, уголь, уголь. Где наш уголь? У нас что? Уголя нет. Да вы что, издеваетесь? У нас должен быть уголь. Фух, у нас его нет. Ну что поделаешь. Давайте сделаем древесное так, как у нас есть. Вот тут обычное дерево. Вот и вот. Делаем древесный уголь. Так, убираем. Так. Потратим последний уголь, чтобы сделать древесный уголь. Окей. Ждем, пока это все сделается. И получаем один древесный уголь. Но еще этот остался, так что кладем тут сюда еще березовый. Получился у нас уже два древесных угля, даже три. И сейчас подождем еще немного и получим сколько там древесного угля. Не знаю, но в принципе нам уже этого хватит. И кладем сюда булыжник. И вместо этого угля, в принципе, он уже сам потратится, вот этот уголь. И тут нужен уголь. Ну ладно, пусть пока хотя бы сколько переплавится, столько хотя бы. Идемте убивать плохих монстров. Окей, уже утро. Ну, я вообще все прозевал. Ну ладно, идемте опять на то поле. Фух, эта серия, наверное, тоже очень скучная, потому что я болею. А когда я болею, я не могу снимать нормально, но... Вы меня сами просите, так что не судите строго, если вам что-либо не понравилось. Так, вот эту волчицу, кстати, почему это она... О, у меня сейчас вообще какие-то проблемы с компьютером. У меня уже съемка просто так берет и обрывается, хоть память есть, это кто-то. А, это летающая лошадь. Ну, окей. Так, давайте убьем, кого мы можем убивать. Еще нам бы крокодилов найти, но их, в принципе, не составит труда найти, потому что с них падает крокодил. Крокодильнее кожа, да, он сказал. И с нее можно сделать броню. А также тут есть кисочки, которых нужно приручать, и которые нужно отдельные лотки делать, в которые они будут гадить, которых нужно убирать. Окей. Ну, я этого тоже сделаю, это вернее. Сделаю кисочку, приручу. Маленькую. О, тут порох. Тут один порох лежал. Ну, окей. Кто-то. О, там опять драка больших кошек, так сказать. И в этой серии она опять бесполезная выйдет. Я уже не хочу, чтобы приключения в Техасе выходили такими бесполезными. Ну, меня просят снимать, даже когда я болею. А я не могу снимать, когда я болею. Ну ладно, это последняя серия, которую снимаю, когда я болею. Она тоже может вам показаться скучной. Но это потому, что я болею. Потом я выздоровлю, и уже будет нормальная серия. Да. И не знаю, кого еще можно побивать. Да всех подряд. Чё я... Там, не знаю, су, так сказать. Да, я уже не знаю, сколько сказал слов, так сказать, но... Ну, это запинаюсь из-за болезни. Ну, ладно, идемте через этот ручей. И я уже вижу лошадь, но это, по-моему, да, это хорошая лошадь. Мы не убиваем хороших лошадей, потому что ковбои не убивают хороших лошадей. О, кролик. Медведь, ты гонишься за кроликом. А, нет, он не за кроликом, он за скатом гонится. Но... Тебе не жить все равно. Ты плохой медведь. Ты не Винни-Пух. Ты не учишься Винни-Пуху. Ты Бэт-мишка. Теперь давай. Покажи мне свою крутость. Ой, кто меня бьет? Кто меня бьет? Это что, сейчас типа меня этот скат отравил? Окей, я его спас, он меня отравил. Но я не знаю, может от него. Так, давайте, что это такое? Это у нас какой-то хайд. Интересно, с кого это выпало.
А, ну это же это с медведя. Значит, из нее тоже можно делать броню, скорее всего. Только крафт не показывается странно, ну ладно. Так. Ну, а что тут дальше? Что тут дальше есть? Да, сейчас только тут дружелюбные мобы. Даже не могу никого выбивать, потому что с них и опыт мало падает, опыта. Да и так они няши, я не хочу их убивать. Ну, вот этот кабана этого убью плохого. С него выпадает. А, сейчас скажу, блин, что выкинуть уже не надо. Ну, обычная сырая свинина, я думал, что-то новое. Котейку, маленькая котейка. Лайк за такую милую котейку. Посмотрите на нее глаз. Вообще, ну ладно. Идемте, наверное, обратно домой, потому что там переплавилось много булыжника. Ну и сейчас мы сделаем каменные кирпичи, и из них хотя бы начнем делать опять стенку, потому что нас всегда окружают такие скелеты, монстры и так далее. И мне это раздражает, нужно уже нормальную стенку построить. И вообще в этой серии хотела начать строительство города, но с моя болезнь этого не позволяет. Так что, пожалуйста, не судите строго и... Лайки помогут мне выздороветь, надеюсь. Да, и если вы ждете новых видео, то ставьте лайк, да? И скоро они очень скоро будут. Ну, я думаю, что я очень скоро выздоровлю. Вот так. И идемте опять домой. Наконец-таки обирать наш булыжник. Ой, это кто? Это Феникс, блин. Феникс, ты чё, хотел уйти? Не выйдет, у тебя ничего не выйдет. Как тебе там, чем тебя кормить? Тоже пшеницей, а то у тебя 22 хп из 40. Идем аккуратненько. Мой Феникс, я за тобой поухаживаю. Дай. Так, давай сюда мы тебя прикрепим. Так сказать. Блин, опять так сказать. Ну ладно. А, идемте сюда. Блин, почему эта печка иногда поворачивается? Окей. Тут 24 камня, тут уже 17, но тут еще не закончилось. Не закончилось переплав. Сколько у меня теперь их? У меня теперь их 42. Давайте как-нибудь начнем. Нет, стенку пока что, в принципе, не буду строить. Я буду строить, наверное, какую-нибудь дорогу. Да, именно дорогу. Тут я... Лопата сейчас нужна. Так, быстренько идем за лопатой. А сделаем железную, потому что каменный не дело. Не дело каменный. И делаем железную лопату. Как раз все хватило. И сейчас будем вскапывать наш песок. И вместо него, наверное, тоже класть каменные кирпичи, потому что они красивые. Так. Так. Думаю, будет красиво, когда я это все сделаю. Аккуратненько, всякие улицы, всякие дома ковбойские. Ну ладно. Продолжаем дальше. Так, потом, наверное, снизить надо. Или тут ступеньку сделать. Давайте сделаем ступеньки из этих штучек. Из этих каменных кирпичей. Из них ведь можно, да, сделать? Да, можно. Чтобы выкинуть порох этот один. Пока что выкинем на время. И возьмем наши ступеньки. 4 ступеньки. Так, потом вскапываем тут. Так. Потом так. И так. Вот. У нас уже хоть как-то получается. Потом надо еще... Не знаю даже, как начать, даже не знаю, если честно. Но у нас будет большой город, так что... наверное, тут нужно будет все расчистить вообще абсолютно, чтобы было ровно. Пескам нужно будет много накопать. Пока что этим заставим. И сделаем вот как-нибудь так. Тут будет ступенька. Тут будет так. И тут уже будет широкая какая-нибудь улица. Да, широкая. То есть в три блока будет тут улица. Ой, улица, дорожка. Такая дорожка в три блока будет. Чтобы было красиво. И уютно. Да, надеюсь, я правильно сказал. Ну ладно, давайте опять дальше прокопаем. Прокопаем вот так. Эту гору тоже нужно будет каким-нибудь образом прокопать. Ну, каким-нибудь да прокопаем. Ой, вот, еще вот это срубим. И вот так. И думаю, я на этом закончу, потому что мне уже совсем плохо стало. Я уже, у меня и голова начинает болеть, так что... извините за такую серию плохую. Да. Фиговую серию. Ну ладно, если вам понравилось, то поставьте лайк, позовите друзей и напишите комментарий. Ну вот и все. С вами был Тайм. До скорой встречи. Пока.